Всем привет, друзья, с вами Райзу. Сегодня мы с вами посмотрим турнирный бой 2 на 2. Прошел этот бой в рамках туриновского турнира, на котором были ограничены альянсы. Это значит, что в рамках одной команды можно было брать фракцию, принадлежащую одному определенному альянсу. Здесь у нас в этом бою представлены два альянса. Альянс номер один — это альянс нежити. В рамках этого альянса можно было брать вампиров, вампиратов и царей гробниц. Альянс номер два — это альянс порядка. В рамках него можно было брать дварфов, империю и бретонию. Сейчас я здесь сделаю небольшую настройку звука, потому что по какой-то причине игра сбрасывает музыку в картах 2 на 2. По идее, сейчас должна музыка вернуться. Итак, что у нас по... игрокам. Альянс номер один, альянс нежити, представляют два российских игрока. За вампиров здесь играет Лунаси, за царей гробниц играет Рифл Шаффл. Им противостоят два соклана из клана XMT. За гномов играет Децимус Максимус, за бретонию играет Фелкон, российский игрок, а Децимус, по-моему, игрок западный. Довольно интересный подбор фракций здесь. Давайте тогда посмотрим, что для чего было взято. Итак, вампиры. Чем они нам интересны? Конечно же, лордом. В качестве лорда здесь Изабелла, замечательный лорд поддержки, который великолепно раскрывается именно в 2 на 2. Почему? Потому что у Изабеллы есть вот такая замечательная вещь, как кровавая чаша. Она может лечить себя, героев своих, и лорда, и героев союзника. И, соответственно, здесь 2 на 2 у нее намного больше целей. Раз в 2 минуты она может восстанавливать 2500 здоровья. Это очень круто, и благодаря ней Сетра здесь может очень-очень агрессивно и нагло играть. У царей гробниц же нету прямого хила, они вынуждены хилиться за счет своих пассивочек, за счет глобалки. Понемногу там забой выхиливая там около 1000, может чуть больше, если удастся нормально разыграть заклинание хитпоинтов. А здесь... Изабелла сможет в Сетру очень много хила вбрасывать. Тем более у Сетры большое количество хитпоинтов. Соответственно, у него кап хила, вот видите, ограничение тоже высокое. 5600 можно Сетры отрегенить. Это хорошо для Сетры. Здесь заклятие иссушения. Сетра понабрал много дешевых заклинаний, понабрал ауру для того, чтобы постоянно кастить эти заклинания и постоянно сражаться. Дальше, что мы видим по вампирам? Конечно же, именно вампиры здесь, а не цари, потратили большое количество денег на пехоту. Почему? Потому что у вампиров есть замечательные пехотинцы, это стражи могил. Это не топ-тир пехота в плане характеристик, просто так, если мы говорим про бой чисто один на один, пехоту на пехоту, но за счет большого количества аур и за счет того, что эти стражи могил могут постоянно восстанавливать модельки, они превращаются в топ-тир пехоту, крайне опасную для противников и особо опасную здесь для гномов, потому что гномы обладают большим количеством брони, и стража могил их здесь будет уничтожать. Итак, вампир здесь сделал упор на пехоту. Царь, конечно же, сюда привел ушепти. Замечательные лучники, три отряда ушепти будут охраняться вампирами и обстреливать противников только так. Естественно, царь привел некоторое количество воинов-скелетов просто для мяса. Взял, смотрите, колесницы скелетов, их здесь, по-моему, 4 отряда, то есть ребята не собираются просто обстреливаться и обороняться, они собираются наваливаться. Здесь же два героя, вы можете увидеть сейчас, где они, вот они, скелеты. Чем они важны? Они важны скапскратами. Скапскраты выкашивают пехоту легкую, а бретонцев здесь будет большое количество легкой пехоты. Теперь давайте рассмотрим билд команды номер 2. У бретонца, у Фелкона, здесь фея заклинательница обязательная для Бретонии. Обязательный лорд, самый сильный, и два паладина. Это прям золотой стандарт, самая сильная связка Бретонии и вообще одна из самых сильных связок в игре. Здесь Фелкон решил ничего не выдумывать, не менять свой подход к игре. Даже несмотря на то, что они играют 2 на 2, он здесь взял такой билд, который берут в игре 1 на 1. Фея с заклинаниями, есть живущий внизу, если будет драка с кавалерией, например, если бы вампир притащил сюда рыцарей крови. И два паладина, которые ее будут охранять. По отрядам здесь также бретонцы берут рыцарей королевства для того, чтобы расчарживать. У них есть преимущество против крупных. Крестьяне с луками, их куча, по-моему, здесь будет 5 отрядов. Ну и, конечно же, миско в виде... толпы крестьян. Бретонец играет, как будто он один на один. Плюс
дополнительно здесь есть рыцари на королевских гиппогрифах. Это довольно интересный выбор. Все-таки здесь чуть-чуть отклонился, да, я сказал почти как один на один. Королевских гиппогрифов очень редко берут, дорогой отряд, ему легко высечь модельки и тяжело его окупить. Но здесь, видимо, под шумок Falcon для разнообразия решил взять этот отряд для того, чтобы каким-то образом, видимо, пробивать противника. Что взял гном? Гном тоже играет довольно стандартно. Торик обязательный лучший лорд, мешает всем кастить. Для вампиров неприятно это, потому что вампиры обладают большим количеством дешевых заклинаний и цари. А Торик будет постоянно их за это наказывать, вызывая у них маг-ошибку. Чем чаще кастер применяет заклинание, тем сильнее Торик его наказывает. Поэтому против вот таких лордов он великолепно здесь подходит. Есть опытный инженер, у него есть граната и для выкашивания огненное кольцо. И где-то был еще Готрик. Вот он Готрик, который готов драться с противниками только так. Есть громобои и стандартный фронтлайн. Хотя нет, не совсем стандартный фронтлайн. Вы можете заметить, что у гномов нету подрывников. Гномьи воины здесь чисто танковый фронтлайн для того, чтобы торговать лицом. Да, я приличное время здесь потратил на то, чтобы описать вам идеи билдов. Но это нужно было для того, чтобы понимать, что и как здесь будет происходить и с какими идеями противники подошли к этому бою. У гномов нет подрыва. Гном просто собирается исполнять роль стальной стены. Просто стоять, максимально долго держаться. Гномьи воины долго держатся, лучше, чем, конечно же, подрывники, но наносят значительно меньше урона. Но, видимо, здесь идея заключается именно в том, чтобы держаться и обстреливать противника. Просто стоять и выживать. Пока фея с двумя паладинами будет противников всех уничтожать. Начинается драка. Очень сильно, на мой взгляд, собрались в кучу игроки команды номер 2, бретонцы и дворфы. А вампиры их начинают постепенно окружать. Смотрите, что здесь происходит. Залетают назад проклятые нетпыри. Сюда врываются рыцари на королевских гиппогрифах и начинают бить у шепти. Но у шепти обладают приличной скоростью, и они должны иметь возможность убежать, если нужно. Сетра вместе с принцем гробниц играет довольно агрессивно, потому что постоянную поддержку будет обеспечивать здесь Изабелла. Как я и говорил, Сетра должен будет всех раскатывать в ноль. Колесницы влетают во фронтлайн, разваливают в ноль толпу крестьян. Толпа крестьян здесь только для вида, и в основном она служит щитом от пехоты, но когда в нее врезается колесница, толпа сразу же улетает. И здесь очень правильно сейчас быстро пробивает крестьян рифл шафл для того, чтобы освободить здесь проход для громобоев. Из-за того, что здесь пехота разогнана, бретонец вынужден своей кавалерией защищать открывшийся проход, подставляя тем самым кавалерию. Два паладина пытаются забрать Сетру. Сетра обмазался физической защитой. Его, если что, поддержит Изабелла, поэтому Сетра не боится. Здесь не очень удачно влетел в Лунаси. Сначала он подлетел, потом понял, что он не хочет проклятыми нетопырями драться. Начал отлетать, получил залп и все-таки решил, что ладно, лучников я повяжу. И тем самым потерял всех нетопырей. Это очень-очень большая потеря для команды номер один. Смотрим здесь, стражи могил попали под живущих внизу, не знаю, насколько это будет эффективно, ну ладно, хотя бы попал по дорогому отряду здесь. Falcon, будем считать, что все более-менее хорошо складывается. Естественно, стража здесь разваливает горняков. Посматриваем на лорда, где у нас бегает Феликс Готрик. Готрика я не вижу, вот он. Готрик здесь вместе с Ториком сражается со стражами могил. Сетра, посмотрите, что творит. Он ему просто похрен. Он, конечно, играет слишком нагло, его могли бы здесь подзажать, но, тем не менее, видимо, не боится. Скапскраты постоянно кидаются в лучников, это очень важно. Всего 3 скапскрата на одного героя, итого их 6, значит, можно убить будет всех лучников. Если лучников здесь бретонских не убить, они могут затушить синглов нежить. Сетра уходит, все-таки решил с паладинами здесь не драться пока. Отходит Изабелла, летает, сядет ли Изабелла? Тут нужно быть, конечно, осторожным, потому что могут вас наказать. Бросается чаша, Лунаси замечает ее и уводит сейчас свой отряд, не попадая под взрыв. Но от чаши очень-очень легко вернуться, чаша обычно кидается под шумок. И посмотрите, лучники все отступают, бретонские, и нежить потихоньку продавливает противника, но очень много денег у команды номер 2, у Альянса Порядка, остается еще в синглах. Сейчас можно будет прогнать паладина. А у команды номер 2 проблемы большие. Почему? Потому что команда номер 2 не обладает возможностью сейчас связать ушепти. Кавалерия бретонская, которая должна была мучить ушепти, сейчас исполняет роль
защищая, не знаю, роль танков, да? Роль мяса, скажем так, потому что она вынуждена залетать все время во фронтлайн и не пускать противников. Здесь, под шумок, очень сильно попадает Сетра. Да, я замедлил, чтобы успеть рассказать про кавалерию. Сетра встрял. Сетру отхиливают как можно, у него уже практически кап хила истрачен. Изабелла бросается в фею для того, чтобы попытаться спасти Сетру. Она его спасает, но тем самым байтит на себя синглов команды номер один и застревает очень-очень сильно. Она еще пытается кастовать, срабатывает магическая ошибка. Ей ужасно хреново, выбежала вперед фея-заклинательница, на ней висит мастер обольщения, и фея очень сильно подставилась сейчас. Возможно, командор номер один Альянс Нежити сейчас подфокусит фею, посмотрите. Несмотря на то, что команда номер два была в очень выгодном положении, команда номер два зажала Сетру. Фея, которая выскочила, подставилась и сейчас переворачивает игру команда номер один. Альянс Нежити смог превратить абсолютно проигрышную ситуацию в выигрышную. Появляется у Шепти, здесь все зажаты, феи больше нет, значит паладины больше не смогут регениться. Очень важная сейчас схватка произошла. По сути, переворот игры практически, потому что без феи два паладина, ну, во многом бесполезны. Готрика и Торика тоже нечем будет регенить, а можно было бы их неплохо подрегенить. Подставляются здесь, конечно, короли. Дальше продолжать драку, на мой взгляд, команде номер один, Альянсу Нежити, нет смысла. Здесь и сейчас нужно разогнать всех вокруг, а потом просто застрелить Готрика. Готрика несокрушимого можно застрелить, паладинов можно просадить и проводить, и Торик сам отступит потом, со временем. Самое важное здесь пока что не драться с Готриком. Здесь на фоне пока происходит рублево, нужно собирать все силы. У Шепти практически полностью отстрелялись, но отступившие войска Альянса порядка начинают возвращаться. И сейчас они угрожающе стоят здесь и грозятся развалить всех синглов. Опасно, на самом деле Сетра, у него очень мало хп. Его могут застрелить два отряда громобоев, даже будучи очень сильно покоцанными, на самом деле могут дать парочку неплохих залпов по Сетре и просадить ему хп до такого значения, что он начнет разваливаться. Стражи могил держатся пока что хорошо под повозочкой, я думаю, они себя еще покажут здесь, сколько здесь стражей могил у нас остается. Два отряда я пока вижу, ну не густо, конечно, не густо. Вернуться могут сейчас рыцари на королевских гиппогрифах. Рыцари королевства могут вернуться. Надо что-то делать с ушептом. Синглы уходят. Вот видите, разбежались синглы нежити и начинают душить отряды. Здесь убили, убили Торика. Два короля мертвеца убили Торика. Вот это, конечно, жесть. Сейчас нежить начнет пытаться провожать паладинов. Но это, конечно, интересный поворот. Не удалось даже с помощью Готрика защититься. Неужто будет Готрика бить? Это мимо Готрика проходит, Готрик даже не обращает внимания. Оп! Кто здесь, говорит Готрик? Никого вроде. Отвернулся, правильно. Вроде никого не было. Типичный стелс в играх. Интересно. Коцанные рыцари. Их обстреливают, да, естественно, их надо обстреливать. Сбивает две модельки, но и третья сейчас отступит, естественно, убежит. Готрик вообще стоит, пока ничего не понимает, что происходит. Где драка? Только что была здесь драка, и вот ее и нет. Ну, как видите, дела у Альянса Нежити складываются очень-очень хорошо. Как я и говорил, если бы здесь отвалился Сетра, было бы крайне грустно. Но Сетра играл слишком нагло, застрял, потом забайтили на Изабеллу. И фея, которая просто выскочила на кураже, на ярости Кхейна. Женские герои здесь в Ахе обладают действительно какой-то бешеной яростью, что Аларель в компании бешеная, что фея в игре здесь в бою бешеная, страшно агрессивная, просто кошмар. Выскочила, получила обольщение, соблазнение, Изабелла ее успела соблазнить, получила минус атаки и огребла. Вот так и заканчиваются наглые похождения феи часто. Ну тут, как вы видите, уже все очень грустно для Альянса порядка, и остается только Готрик, с которым что-то придется делать, как-то его бить. Но расчаржить Готрика не проблема, потому что его будут пробивать даже зомби. Да, брони-то у него нет никакой. Соответственно, все ему будут наносить урон, хотя у Готрика приличное количество защиты, тем не менее, но со спины-то при атаке действует всего лишь 30% защиты, поэтому эта защита его не спасет от каких-нибудь упырей. 27, вот тут атака дополнительная за счет повозочки. Тут разгон пошел, мы можем ускорять, смотреть, как будет сейчас бить Готрика. Раз чарж, два чарж, Готрика хп заканчивается,
И Альянс Нежити здесь побеждает в этом бою. Смотрим, давайте смотреть эффективность. 700, 1000, 1000. Очень хорошо себя показали короли-мертвецы. Здесь выкосили лучников, потому что бретонские лучники — это на самом деле страшнейшие лучники. Они стоят дешево, а бьют крайне больно. Особенно учитывая здесь наличие малого количества брони у некоторых отрядов. Великолепные стражи могил всегда себя показывают хорошо. Мне раньше эти отряды абсолютно не нравились, но как только я поиграл приличное количество игр на вампирах, я сразу понял, какой замечательный этот отряд. Охренительная пехота, потому что ее можно поддерживать, закидывать аурами и регеном, и они себя будут показывать отлично, особенно если рядом будут какие-нибудь некроманты или труповозки. Нетопыри были ужасно слиты. Лунаси, конечно, он рискнул, залетел, попытался повязать, и их выкосили. Это была, на самом деле, большая ошибка, потому что нетопыри нужны здесь для того, чтобы провожать противников. Если у тебя есть нетопыри, ты на халяву противников провожаешь. Например, бретонскую кавалерию с потерей, с убийством нетопырей команда номер 2 выбила себе такое неплохое преимущество. Я считаю. Сетра, 2600. Втанчил он, конечно, невменяемое количество. Принц Гробниц, которого никто не бил, потому что все били Сеттера, посмотрите, какое количество урона нанес. Хорош? Хорош. Колесницы. Ну, более-менее, считайте, колесницы хорошо покатались, не ужасно и не великолепно, зато ушепти, которые стреляли весь бой, показали себя офигенно. Ну, команда номер один заставила команду номер два обороняться и забыть абсолютно об ушепти. Это тоже успех. Торик, посмотрите на это, на этого монстра. 2600. Просто танчил, всех взрывал, хреначил. И Готрик. Отлично, отлично. Но, на мой взгляд, очень большая ошибка здесь — отсутствие у Максимуса Децимуса, отсутствие у него подрывников. Здесь должно было быть 5 горняков с подрывными снарядами и, возможно, наргримы, железоломы. Обязательно. Потому что можно было просто взорвать к чертовой матери всю пехоту нежити. Просто раскидать всех. Почему-то Максимус Децимус игнорирует взрыв пакета, и за это, на мой взгляд, он и был наказан, потому что... Ну, посмотрите на это value. За один бросок горняки могут там окупиться, особенно если правильно раскидать в стражу. Хотя долгобороды здесь себя показали неплохо. Фея. Т-500. Вот паладины, кстати, не так много, но фея красиво. Видите, по синглам команда номер 2 показала себя отлично, очень сильно. Но развалилась по остальным параметрам. Лучники много не набили. Бретонские лучники 500-600 изи набивают абсолютно. Кава. Ну, кавоводы взгрустнули, хотя тут довольно неплохо. Вот рыцари на королевских, как я и говорил, их очень тяжело купить. Мало того, их нужно постоянно захиливать, чтобы их как-то хорошо реализовать. Но, тем не менее, все равно хорошая, интересная игра. Спасибо всем игрокам за то, что ее показали. Спасибо Лунаси за то, что предоставил реп. Вам, друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.